Now we have some questions that we wanted to throw out from fans. One of them, one of your fans wanted to know what your life was like as a child growing up and, you know, changing into what you are today. В детстве я была очень веселая, у меня было очень счастливое детство. Я постоянно путешествовала, занималась туризмом, стрельбой и астрономией. How does it feel looking back at those pictures or maybe when you were a teenager to see how much you've changed since then? Ну, мы все с детства очень изменились, но где-то с лет 14 я уже особо не менялась, только фигура и цвет волос. Now, of course, we did get a plastic surgery question, if that's something she would ever do in the future, or if she has. Ну, я думаю, что если этого будет требовать мое тело, то, конечно, я не против операции, но пока что я не знаю, что бы я хотела. Now, what do you say to people who might think that you're not all real? We had a lot of questions that were like, is she a real person? Но я думаю, что таким людям стоит понять, что нужно оценивать человека не по внешним качествам, а по его внутреннему миру. Okay. And now, what do you think is the biggest misconception people have about you? То, что я сделала кучу операций для того, чтобы следовать моде, чтобы быть похожа на куклу, и больше они ничего обо мне не знают. На самом деле все совсем по-другому, и моя внешность — это только побочный эффект моего внутреннего мира, поскольку я писатель, музыкант, диджей, и также веду семинары на духовные темы, но об этом никто не знает, и это самое большое заблуждение людей, то, что они судят только по внешним качествам. And how long does it take to get ready, to, you know, to put all this on, to come out? Ну, опять же, я не считаю, что выгляжу как Барби, я считаю, что я просто выгляжу как шикарная девушка. И на это у меня уходит где-то полтора часа. Is that exhausting? Is it tiring to have to keep up the appearance? Это очень приятно, потому что если ты не приведешь себя в порядок, ты весь день можешь пролежать в постели и ничего не делать. Поэтому с самого утра лучше всего накраситься, выглядеть шикарно, и тогда больше энергии для того, чтобы заниматься какой-то активной деятельностью в течение дня. And now what is next? What's next for you after this? Ну сейчас я, конечно, очень хочу начать петь на испанском языке, потому что до этого я пела только на русском. Теперь я хочу посвятить испаноязычной аудитории как бы свое музыкальное творчество. Ну и, конечно, заниматься диджеингом, поскольку я долго обучалась игре именно настоящего диджея, и сейчас у меня начнутся первые концерты. One more thing, message to the fans. If you have a message to the fans out there that look to you for inspiration, whether it's for your appearance or for, you know, your spiritual guidance, I guess. Ну, я очень люблю одиночество, я очень люблю читать и медитировать. Также я люблю Карибское море и горы. Вот. И призываю всех стать вегетарианцами, как и я. Уверена, в вашей жизни очень много после этого изменится. All right, well, thank you very much. It has definitely been an interesting conversation, and I'm very glad that you were able to come in here today. Спасибо. Взаимно.